Эти фотографии сотрудники Кустанайского парка культуры и отдыха сделали во время командировки в Россию. Специалисты выбирали новый аттракцион для сквера Кустаная. Выбор остановили именно на нем, приобрели в Волгограде. Покупка с учетом транспортировки и установки обошлась примерно в 100 миллионов тенге. Это средства предприятия и кредит. В данный момент идет монтаж основания аттракциона. Аттракцион будет без фундаментного исполнения. Такой аттракцион мы уже видели, прежде чем этот приобрести. В городе Нижнекамске установлен, в городе Санкт-Петербурге. Аналогичные аттракционы стоят в этих городах. Ну, единственное, там разница по количеству кабин. Постепенно, то есть частями, аттракцион везут в Кустанай. По словам руководства парка, на новом колесе обозрения будет 20 кабин, 4 и 6 местных. Порадуют кустанайцев и его размеры. Если у нас старое колесо 22 метра, то по этому колесу мы ожидаем, что увеличение где-то на 10-12 метров будет. То есть за счет и природных аспектов, то что новое место под колесо чуть-чуть выше по грунту, вот где-то метра на 2 перепад. Потом оно у нас в новом исполнении идет безфундаментное колесо, то есть фундамент находится, не закапывается в землю, а находится на открытой части поверхности. Вот за счет этого у нас еще где-то метра два мы добавляем. Ну и плюс радиус самого колеса будет на 8 метров больше, чем радиус нынешнего колеса. Руководство парка в работе теперь применяет новый подход. Сквер не остановится, зимних каникул у него не будет. Часть аттракционов, включая новое колесо обозрения, покатают желающих кустанайцев. С точной ценой билета на него пока не определились. Мы будем работать и зимой. Парк в этом году не остановится. Скорее всего, будет работать и в зимние дни. То есть, ну, естественно, когда тепло. Вот. У нас есть новый аттракцион «Автодром», который тоже также может работать до минус 15. В принципе, 2-3 аттракциона будут работать в теплые дни. Пожалуйста, приходите к нам. Вот. Пока еще на сегодняшний день парк работает полностью весь. Сейчас все работы на начальном этапе выполняют местные специалисты. В течение 10 дней для высотных работ приедут монтажники из города Ейск. Баужан Ержанов, Алексей Васарнов, Наталья Коптел, РТН.